Всем привет! Я прошу прощения за бардак на столе, но на войне как на войне, у ребенка завтра день рождения, и нужно готовить торт. Торт у меня будет, как я готовила ему уже морковный. Вот у меня есть морковка, у меня есть 6 штук вот таких яблок. Сейчас я их подготовлю и запеку. Яблоки будут на крем. В тесто нужна морковь, банан. Есть у меня остатки какао, есть кэроп сырой, псиллиум, разрыхлитель, мука зеленой гречки. Для крема у меня варится вон там белая фасоль, и вон там у меня стоит замоченный изюм. И еще понадобится масло, масло горчичное у меня. Вот. Сейчас я разберусь с яблоками, но для этого сначала включу духовку, чтобы их запечь на 200 градусов. Так, в первую очередь яблоки. Разрезаю пополам и вынимаю сердцевинку. Убираю лишнее. И у меня вот такой... Будет против, я не буду на нем запекать. Так. Сидится какой большой. Яблоко. Вот так. Отправляю яблоки в духовку и принимаюсь за морковь и банан. Так, разминаю банан вилкой. В другое время я бы, наверное, сделала банан блендер перебила, но блендер у нас сломался, справляемся пока так. Так, теперь буду добавлять остальные ингредиенты. Начну с масла. Масло я обычно в тесто добавляю, ну, примерно 2 столовые ложки. Так, и сразу накапаю пару капель, чтобы смазать противень. Так. Перемешиваю. Теперь какао. Псиллиум. Сода. Лимонная кислота. Мука. Тщательно перемешиваю. И сейчас буду потихоньку добавлять воду. Так, добавляю еще пару ложек кэроба. И теперь вода. Yours.
урожай. Где он? Нежно. Здесь. Нет. Ты его подобрал, там надо было делать. Вообще надо было ничего не брать, а выбросить, Алик. Так, дам тесту немножко постоять, чтобы подействовал псиллиум, тесто станет гуще. Так, пришло время потыкать наши яблочки. Вот они уже мягкие. Вот сколько с них сока вытекло. Сейчас буду доставать. Яблоки у меня очень-очень сочные. Мякоть вон такая. Сейчас переложу в баночку и тщательно перемешаю, и будет крем. Кстати, сока еще вот, кроме того, что у меня вылилось на пол. И так, а здесь корж. Сейчас перемешаю тесто и буду выкладывать корж. Смотрите, тесто постояло и стало довольно-таки густым. Сейчас я разделю его примерно на две половины. Масло я размазала по противню. И теперь выкладываю тесто. За окном где-то бахает, а я пеку тортик. Короче, приблизительно так. Все. Сейчас я убавлю температуру. Чуть-чуть приоткрою. Духовка чуть подостынет, чтобы не на 200 градусов было. И отправлю выпекаться корж. Кто тут пришел яблочки тыкать? Отправляю корж в духовку. Примерно на полчаса. Потом буду смотреть. Фасоль сварилась. Сейчас я ее буду протирать через сито. Так, у меня что-то маленькая баночка получилась под яблочки. Сейчас я переложу их сюда. Это второй корж. А здесь у нас безотходное производство. Алекс кушает шкурки. Вкусно. Яблоко просто перемешаю вилочкой. И все. До однородности. Фасоли у меня получилось много, поэтому часть я откладываю. Алекс потом ее будет кушать. А часть вот выкладываю в сито. И, ой, буду сейчас протирать. Вот так. Чтобы убрать все лишнее. Там вылазит крем будущий. Вот такая мягкая фасолевая паста у меня получилась. Сейчас я займусь изюмом. Изюм я солью, порежу на кусочки и тоже протру через сито. Так, изюм я протерла, это жмых. Вот здесь получилась такая вот кашица. И сейчас я ее буду соединять с фасолевой пастой.
Это тоже изюм. И сейчас я буду аккуратненько перемешивать. Жидкость всегда можно испарить. Так. И сейчас буду добавлять красители. А у меня там вон вишенка. Вот добавлю куркумы и посмотрю. Так, курш у меня выпекался 40 минут, и я его уже достаю. Он уже точно готов. Так, вот он куржик. Сейчас я его аккуратненько выложу. Решетка занята. Ну, как-нибудь все сделаю. Курж я выложила на такую подставочку. Он у меня будет остывать. Второй курж отправлю в духовку на 40 минут. И продолжаю заниматься фасолевой пастой. Так, вот она наша фасолевая паста. Так, сюда я добавляю сок вишни. Ай, все заляпалось. Ай-яй-яй, нехорошо. Перемешиваем. Цвет я не думаю, что получится слишком интенсивным. Ну, посмотрим. Отличие будет. Так. Сейчас я прикладываю эту пасту сюда. Хотя, может, еще пару вишенок сюда раздавить. Наверное, так и сделаю. Выпаривать я больше не хочу, поэтому я добавлю сантановую камедь, чтобы больше стабилизировать крем. Совсем чуть-чуть. Тщательно перемешиваю. Тогда крем будет более стабильным. И перекладываю его в баночку. В эту часть я добавлю куркуму. Становится такого хорошего желтого цвета. Не яркого, но хорошего. Чуть-чуть заметна разница. Ну и третья часть. Я добавляю кироп.
также перемешиваю. Будет мягкий такой шоколадный оттенок. Стабилизирую яблочный крем. Добавляю немножко ксантановой камеди, чтобы яблоко не расползалось. А фасолевая паста готова. Вот они. Розовая, там коричневая, и там желтенькая. Разрезала корж пополам. Смотрите, он пористый, получился не влажный, такой не хороший. И сейчас еще разрежу вот так вот на четвертинки, чтобы получился высокий тортик. Вот так. Будет такой высокий тортик. У меня же второй коржик еще печется. Будет такой высокий торт. Ну вот так это будет выглядеть. Это половина, потом будет вот такой высокий. Внутрь между коржами пойдет вот этот вот крем. А сверху я выровняю, скорее всего, фасолевой пастой. И цветочки будут. Вкусно? Пока допекается второй корж, я решила уже смазывать эту. Так. И поехали. Так. Вот второй корж подоспел. Так, на данный момент тортик выглядит вот так. Я его скрепила шпажкой, чтобы он не расползался. Так как крем не совсем стабильный, сейчас я отправляю. Ну, если у вас это морозилка, а я отправлю в холодильник, у меня очень сильно морозит. До утра. Так, тортик у нас отстоялся. Сейчас я, наверное, сниму часть крема, чтобы у меня вот этот вот коричневый лучше лег. Хотя, ну, тут подморозил все хорошо. Я думаю, попробую сейчас так накладывать. Крем я такой густой. Я, наверное, сейчас еще добавлю ложечку тепленькой водички, чтобы он был немножко помягче и ложился ровнее. Как есть, вот пробовать покрывать. Надеюсь, не сползет. Надо брать больше слой. Вкуснотища.
цветочки. Вот. Цветочка. Так, ну, приблизительно я нанесла верхний слой. Ну, как видите, не без помарок. Ну, потому что это все-таки не те кремы, которые наносят обычно кондитеры, не такие устойчивые. Сейчас я отправляю в морозилку, а потом мы будем украшать. Так, Алекс. Нет, Зайка, это не такой же принцип. Это не такой принцип? Нет, его надо закладывать. А, вот закладывать туда. Понятно. Мужечку беру, уже закладываешь. Сейчас аккуратненько. А потом еще не знаю, что я там подсажу. Ну, смотри. Миленький. А, вот из этого там вот полосочка получится такая. Плоская. Штатюк. Из этого вот кружочек. Ну, колбаска тоненькая. Тоненькая колбаска. Угу. Из этого балочка вот такая. Давай будем пробовать, что ли. Так. Можешь рядышком на тарелку отсадить, попробовать. На тарелку отсади, попробуй. Получается, дави. Оп. А что, попробовать мне? Да. Ну и розовенькие будут, да. Нажимай. Все, крем закончился. Давай. Следующий. Давай. Ровненько. Ай, только бьется. Только бьется. Не ложись тут. Давай. Оп. Так, ну крема нам немножко не хватило. Вот там, с той стороны. Сейчас мы тортик отправим стабилизироваться, а потом топпер поставим и свечки. Давай. Благодарим Христа Бога за это. Алексу нашему многое лето, многое лето, многое лето. Благодарим Бога света за это, Алексу нашему многое лето, многое лето, многое лето. Благодарим Христа Бога за это, Алексу нашему многое лето, многое лето, многое лето. Загадывай желание, задавай. С днем рождения! Спасибо! Как ты хочешь? Не знаю. По мишке. По мишке. Давай мишку переставим туда. Хоп. Давай.
Вот так разверни. Видеть. Такой большой, большой, большой тоже. Большой, 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 большой. Давай до конца дорезай. Подожди, тарелку вынесай. Подожди, подожди. Давай. Стой. Дай ножичек. Дай я там подрежь. Ой, мой тортик ням-ням-ням. Сейчас будет твой тортик ням-ням-ням. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй.